Ну что, друзья, мы приехали в Лаишево, наше Камское море. И мы пойдем сейчас к берегу, погуляем там, где я смогу отпустить Вакая. Вака он у меня на поводке. Здесь очень хорошо облагородили, прям цивилизация настоящая. Летом тут шашлычки. В общем, пляж бесконечный. Ну и сам поселок здесь. Обожаю место это, мне нравится. Хорошо бы тут жить, если бы не работа, не привязка к городу, то вообще замечательно. Отпустила. Ветер прохладный все же. Даже не знаю. Вообще тут место очень хорошее для отдыха. Собаку тут нет, я ночью. Пойдем по полоске береговой. Хорошо, она еще есть. Иногда близко очень вода подходит. Ну вот, попробуем дойти. Да, вон тех мест прекрасных. Мы гуляли в прошлый раз по этому лесочку на холмах. Есть видео. Я Вакаю разрешаю здесь гулять. Здесь просто сам Бог велел. Сейчас, получается, идем на ветер, и прямо очень даже прохладно, потому что у нас пока ветер какой-то холодный, но все равно, как тут классно. Вакай все исследует этот берег, почему-то ему больше нравится по лесочку ходить, а я сейчас сяду вот здесь и позагораю маленько. Погреюсь на солнышке. Ну давай, барьер. Ну-ка, барьер. Вот он. Скажи, мам, легко. Иди ко мне. Лежать. Вот умница мой. Вот молодец. Вот он какой, ребята. Вот он наш компаньончик такой. Гуляй, может, гуляй. Там вот собака гуляет. Я поэтому решила здесь все-таки погулять. Издалека такая крупная. Мы видели как-то однажды тут волкособчика. Они вот с холмов оттуда откуда-то приходят. Потому что он купался, плавал. Хорошо, Вакай не видел. Так бы он заинтересовался, конечно. А пусть интересуется утками, чайками и здесь вот гуляет. Кстати, сидеть очень даже тепло на солнце. Хорошо солнце греет. Ну, ветер чувствуете, наверное, слышно. Хороший ветер такой. Еще утро. Достаточно прохладно. Сейчас немножко днем уже будет теплее. До 15 на солнце и выше. Ах ты, хулиган, иди ко мне. Я смотрю, там вдалеке чайки прямо кружат над водой. Много чаек.
То ли ловят они там, то ли что. Поснимаю вам немножко, какая там бегает. Надеюсь, видно. Все по кустам шарится. Вака, иди здесь гуляй. Иди здесь гуляй. Где утки? Побежал. Как-то он тут гонял уток, а сейчас что-то вот он обращает внимание, это слабо. Гуляй, Вака, гуляй. Иди купайся. А, можно, говорит. Пошел. Ему прекрасно. Сейчас в шубе самое то. Он любит очень воду, он очень любит. Летом он просто не вылазит из воды, честное слово. Каждый день он мокрый, не успеваем его просушивать, честно. И вот уже сейчас весной, видите, тоже он достаточно долго в воде. Ну молодец, лапки вымыл, и умница. Вака, Вака, барьер. Вака, барьер. Ай, молодец. Красавчик. Ой, красивый мальчик. Позирует, друзья, он всегда позирует. В оках побежал чаек проверить. Они там так орут просто. Пошел поконтролировать. Разузнать, что они там делают. У них там какая-то пирушка. У этих чаек. Они кричат, там делешничают. Обычно, когда что-то едят, охотятся, они вот так себя ведут. Крик и вопли. В руках понимает, что он их не достанет. Как шакал носится, когда хвост кверху. Смешной такой. Такие места здесь шикарные. На холме вон там люди живут. Лаишево бесконечно красивый. Но идти на ветер, конечно, очень холодно. Меня уже, наверное, просквозило. Но здесь тоже потрясающая красота. Вака все не перестает. Надежды побежать, посмотреть, кто тут был. Понюхать обязательно надо. А я тут любуюсь видами. Ну вот прошли еще ближе. Вакаха тут. Как буренка бегает с колокольчиком. Вакаха. Ой, ну ты вакаха, конечно.
Я каждый раз, ребята, думаю, наверное, у нас будет какая-то драйвовая поездка опять, активная. Потому что, в принципе, у нас они обычно такие. Но сегодня я смотрю, у меня больше какой-то релакс. Я хочу отдыхать, я, видимо, подустала. Эти дни были активные, много ходили. И вот сегодня что-то мне как-то... Хотя мы уже и так полбереговой линии прошли. Мне хочется отдыхать и наблюдать. Вакаха. С прибрежной зоны не вылазит, что-то около воды все трется. Мы возвращаемся к парковке и поедем делать дела. Ну, еще идти. Поэтому поснимаю. Интересно, что активизировался маленько. Паразит, а? Сил у меня нет с тобой. Лапы мой, иди. Мама так бы и сказала. Ты хитрая. Все он знает и понимает. Хотела сказать, столько лет вместе. Хорошо, мальчик, хорошо. Ай, молодец. Спугнул уже их. Не знаю, видно, нет. Дает. Он, ребята, уже выкупался, вообще залез в воду. Бежал за этими чайками. Вон, видите? Бежит уже ко мне навстречу. Сейчас мы его погладим. Молодец. Поощрим. Охотник наш. И пока счастливый, я такая же.